Ладно. Ома гьяна тамарандасья гьянанджана шалакая чаксурмилитаньена тасмай шри гураве намаха. Ванча-калпатарубьяща крипа-синдубаева-ча патитанам паванибьо вайшнавибьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гаур Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So we're reading Nectar of Devotion. We're on chapter number 35, Neutral State of Love of God. And we're already up to paragraph number 1, 2, 3, 4, 5, that's sixth paragraph. Итак, мы продолжаем читать «Нектар преданности». Мы изучаем главу 35, «Нейтральная любовь к Богу». И продолжаем читать с шестого абзаца. You go ahead, Prabhu, read. Имперсоналист может достичь уровня шантарасы, только общаясь с чистыми преданными, и никак иначе. Начав общаться с чистым преданным, смиренно внимая наставлениям Господа Кришны и не пытаясь истолковать их по-своему, освобожденная душа, осознавшая Брахман, может достичь нейтральной стадии преданного служения. Лучшим примером святых личностей, находящихся в Шантарасе, являются братья Кумары – Санакан, Санатана, Сананда и Санат. Эти четверо святых, иногда их называют Четухсаной, сыновья Господа Брамы. Родившись, они отказались выполнять повеление своего отца обзавестись семьями и увеличить численность людей. Они сказали, что твердо решили не связывать себя узами семейной жизни. Вместо этого они хотели посвятить себя самосовершенствованию и вести жизнь хранящих целомудрие брамачари. Вот почему, прожив миллионы лет, эти великие святые по-прежнему выглядят 4-5-летними мальчиками. У них светлая кожа, их тела излучают сияние, и они путешествуют по... с другом. What happened? Харе Кришна, Гурмаш. Yes. Yeah. We lost your voice at some point. Вайшнава, вы меня слышали? Перевод текста я читал. Всем было слышно? Чуть-чуть пропало. Нет, не все. Хорошо, я дочитаю после брамачари. Окей, Гуру Махарадж, I reread last sentence. Вот почему, прожив миллионы лет, эти великие святые по-прежнему выглядят 4-5-летними мальчиками. У них светлая кожа, их тела излучают сияние, и они путешествуют повсюду нагими. Эти четверо святых почти никогда не разлучаются друг с другом. Okay. All right, so the state of Shantaras is attained by impersonalists, but only when they are in association with pure devotees. Этого уровня Шантарасы могут достичь даже имперсоналисты, но только в том случае, если у них есть общение с преданными, с чистыми преданными. Otherwise, it is not possible. Иначе это невозможно. After Brahman realization, when a liberated soul comes in contact with a pure devotee of Lord Krishna and submissively accepts the teachings of Lord Krishna without interpretation, he becomes situated in this neutral state of devotional service.
когда возвышен, когда чистая душа, идя этим путем имперсональным, достигает уровня брахмана и после этого поднимается на уровень шантарасы, смиренно внимая учению Господа Кришны от чистых преданных, без искажений, только вот на таких условиях имперсоналист может достичь уровня нейтральной любви к Богу. So the best example, we're given the example of the four Kumaras, the Chaturvyuha, the Chatursana, they're called the Chatursana, the four Kumaras who vowed that they would not become old. И лучшим примером, иллюстрирующим это положение, могут быть четверо кумаров, их еще называют чатухсаны. Они, благодаря своему уровню подвижничества, всегда оставались молодыми. So they were the sons of Brahma, so they're great yogis, they're very powerful. Они были сыновьями Брамы, великими йогами, очень могущественными личностями. So they didn't want to get involved with family life. They wanted to stay as brahmacharis for their whole life. И они не хотели вовлекаться в семейную жизнь, желая оставаться брахмачари в течение всей жизни. So since the beginning of the creation, because they are the oldest sons of Lord Brahma, so it means they've been here for millions of years, but they're still like little children. И благодаря своему уровню аскез, несмотря на то, что они самые старшие сыновья Брамы, которые появились еще с самого начала творения, тем не менее они выглядят очень молодо. And it said, Prabhupada writes that their complexion is very fair, and but there's an effulgence coming from their bodies. Прабхупада упоминает, что у них светлая кожа, их тела излучают сияние. And they're always naked. They travel everywhere naked because they're just little children. И они путешествуют повсюду нагими, поскольку они выглядят как маленькие дети. And usually they stay together. They go to different places for their preaching, for their traveling. И они, они остаются вместе для того, чтобы постоянно путешествовать и проповедовать. In the Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami describes that they reside in Tapoloka, which is one of the planets in the upper parts of the universe. В Брихад Бхагаватамрите Санатана Госвами описывает обитель Тапалоки или место, где обычно пребывают мудрецы. And they engage in their meditation. They do. They sit and meditate. Там они сидят и медитируют. They do like Ashtanga yoga meditation. Занимаются процессом медитации Ashtanga yogi. And this way they live millions of years. И в таком состоянии проводят миллионы лет. But still they're just like little children, 4 or 5 years old. И несмотря на это, четверо кумаров остаются внешне как 4-5-летние дети. So it's described in Srimad Bhagavatam how when Prithu Maharaj would do yagya, that he would bring the four kumaras, they would come to attend the yagya and to be at the yagya. Также в Шримад Бхагаватам описывается история, как Притху Махарадж совершал ягью, и четверо кумаров также посетили это действие. So they're great devotees, and they're in this Shantarasa. Таким образом, они великие преданные, но в настроении Шантарасы. Okay, go ahead. В одной из молитв братьев кумаров говорится: «О Господь Мукунда, Кришна, дарующий освобождение, безличный аспект абсолютной истины, называемый Браманом, может привлекать святого человека только до тех пор, пока ему не посчастливится увидеть Твой вечный образ, исполненный блаженства и знания, который темно-синим цветом напоминает молодое дерево Тамала».
So there's a quote from one of the prayers of the Kumaras. Это мы читаем. That they're praying to Lord Krishna. Мы читаем молитвы четырех кумаров, которые не молятся Господу Кришне. And they say only as long as one does not happen to see your eternal form of bliss and knowledge appearing just like a newly grown tamala tree with a bluish hue, only for so long can the impersonal feature of the absolute truth known as the Brahman be very pleasing to a saintly person. Здесь говорится, что пока человеку не посчастливится увидеть твой блаженный вечный образ, исполненный знания, цветом подобный молодому дереву тамалу, только до этих пор безличный аспект Брахмана может кого-то привлекать. So, so the Kumaras are saying that, you know, until if someone has not seen the form of Krishna, then they may find some pleasure in the Brahman. Смысл того, что говорят кумары, заключается в том, что только пока человек не увидел привлекающий личный облик Кришны, его может привлекать безличный Брахман. But once they see the form of Krishna, and that form of Krishna is described like a newly grown tamala tree. Tamala trees are always dark, blackish color. Here's a bluish color. But when they see that form of the tamala tree, then they will never be attracted to that impersonal Brahman. Но когда человек увидит твой личный облик, сияющий и цветом, подобный там дереву тамалу, тамал всегда очень темного черного цвета, только после этого никакого вкуса от созерцания безличного Брахмана уже быть не может. Okay, go ahead. Бхакти Расамрита Сингху так описывает качество святого человека. Святой — это тот, кто глубоко сознает, что достаточно заниматься одним преданным служением, чтобы быть уверенным в своем освобождении. Он всегда следует предписанным правилам жизни в преданном служении, стремясь при этом освободиться от пут материи. So the qualification of a saintly person is described in this book. В этой книге описывается квалификация святой личности. And if you want to become a saintly person, then this is a qualification you have to have. Если вы хотите стать святым человеком, вот, пожалуйста, здесь есть условия, которые должны быть. So first thing is, a saintly person should understand fully that just by doing devotional service, he can become confident of liberation. Квалификация такова. Нужно глубоко осознавать, что достаточно заниматься одним преданным служением и быть уверенным в своем освобождении. And he is a very strict follower of the regulative principles of devotional life. И святой всегда очень строго следует предписанным правилам жизни в преданном служении. And at the same time, he also wants, his desire is to get liberation from the material entanglement. И в то же самое время очень сильно желает освободиться от материальной обусловленности. Go ahead. Как правило, святой думает, когда же я смогу жить в полном одиночестве в какой-то горной пещере? Когда я смогу обходиться одной набедренной повязкой, небольшим количеством фруктов и овощей? Когда, наконец, я смогу постоянно думать о лотосных стопах Мукунды, источника сияния Брахмана? Достигну ли я когда-нибудь такого уровня духовного развития, на котором полностью осознаю всю мимолетность моих дней и ночей в сравнении с вечностью? So we're hearing more about the qualification to be a saintly person. Здесь дальше говорится о квалификации святой личности. So it says a saintly person should always think that
When will I be able to live alone in the cave of the mountains? Святой размышляет, когда же я смогу жить в уединении в горной пещере? And when will I be dressed simply with undergarments? И когда у меня будет простая одежда, где достаточно будет набедренной повязки? So that is like Babaji's, you know, the Babaji's who live in places like Radhakund. They would just dress in undergarments. They don't wear much cloth. Это подобно образу жизни Бабаджи, которые живут на Радакунде и одеты только в одну нательную повязку. And then says, when shall I be satisfied by eating simply a little fruit and vegetables? И дальше святой размышляет, когда же я смогу обходиться только питанием фруктов и овощей. So it's a saintly person who can carefully control his eating. He'll eat simply. Святой очень внимателен к тому, чтобы сделать свою жизнь простой, особенно что касается еды. And most important of all, he will control his mind. So he prays, when will it be possible for me to always think of the lotus feet of Makunda, who is the source of the Brahman effulgence? И самым главным обетом для святого является контроль ума, поэтому святой думает, когда я смогу постоянно думать о лотосных стопах Мукунды, который является источником Брахмана. And when, in a condition of spiritual life, shall I fully understand my days and nights to be insignificant moments in eternal time? И дальше святой размышляет, когда же я поднимусь на такой уровень развития, на котором буду полностью осознавать, что все мои дни и ночи в сравнении с вечностью это ничто, нечто незначительное. So this last one is very interesting. We should understand ourselves as to spirit souls. We shouldn't be too much worried about the material body. И это последняя мысль очень важная. Мы должны всегда стремиться к тому, чтобы осознавать себя духовной душой, а не временным материальным телом. But actually our life in this material body is insignificant moments of eternal time. Потому что в сравнении с вечностью наша жизнь в этом материальном теле — это всего лишь незначительное мгновение. Of course, we're so much attached to the material body, we're always trying to prolong our life. Конечно же, мы привязаны к своему материальному телу, поэтому всячески стремимся прожить как можно дольше. Go ahead, Prabhu. Преданные, осознавшие себя души, проповедующие славу Господа, всегда хранят в своем сердце экстатическую любовь к Господу и потому купаются в лучах луны экстаза. Таких людей называют святыми. Okay, so some more about, we're hearing more about the activities of a saintly person. So it says that devotees and self-realized persons who are engaged in preaching about the glories of the Lord, they always maintain an ecstatic love for the Lord within their hearts. Здесь продолжает раскрываться описание святых личностей, где говорится, что такие преданные, которые осознали себя, они всегда проповедуют славу Господа и всегда хранят в своем сердце экстатическую любовь к Господу. So they're not just preaching, it's not just some preaching, they're not just saying things, but they're actually feeling the attachment and love for Krishna in their heart. Они проповедуют, но не просто проповедуют, а также хранят в своем сердце привязанность к Господу. So in this way they are benefited by the rays of the ecstatic moon, and they are called saintly persons. И потому они благословлены тем, что луна экстаза дарует им свои лучи. И вот таких людей называют святыми. Go ahead.
Святым человеком движет желание изучать ведические писания, особенно Упанишады. Всегда жить вдали от мирской суеты, постоянно размышлять о вечном образе Кришны, быть готовым обсуждать все, что связано с абсолютной истиной, всегда блистать своими знаниями, видеть Верховного Господа в его вселенской форме, Вишварупе, постоянно общаться с преданными, сведущими в духовной науке и обсуждать с такими же возвышенными, как он сам, людьми, смысл вед. Все эти качества святого человека помогают ему достичь уровня Шанта-расы. All right. So the impulse of a saintly person is to be engaged in the study of the Vedas. Импульсом или побудительным мотивом святого человека также является желание изучать ведические писания. And especially they will want to study the Upanishad section of the Vedas. Особенно он стремится изучать раздел Вед Упанишады. The Upanishads are part of the Vedas. We have only the Ishopanishad. That's only one Upanishad, but there are many other. There's 108 Upanishads. Упанишады — это раздел Вед, и мы знаем, нам знаком только Ишопанишад. Но на самом деле основных Упанишад существует 108. The Ishopanishad is the most important of all the Upanishads. Среди которых Ишопанишад является самым важным. You see the Mayavadis and the Gyanis, they all give lectures on the Upanishads. They won't speak much, very rare they will speak on Srimad Bhagavatam. But they like to speak more from the Upanishads. Мы можем видеть, что имперсоналисты любят давать лекции на тему Упанишад. Они практически никогда не говорят о Бхагаватам, но в основном говорят об Упанишадах. The Bhagavad Gita is sometimes called Gita Upanishad. Although it's not really a Vedic text, but sometimes it's called Gita Upanishad. Бхагавад Гиту называют одной из Упанишад, Гита Панишад, хотя она не является в строгом смысле слова именно ведическим, относящимся к тому разделу Вед, к которому и Упанишад. So saintly person always wants to live in a place where there is no disturbance from the common people. Святые личности также стремятся жить в тех местах, которые не наполнены мирскими людьми. It's definitely much better to live with the devotees away from the common people, because common people, they will eat meat and cook all kinds of terrible things, and they will drink alcohol and always be listening to mundane sounds. Очевидно, что лучше жить с преданными вдали от мирских людей, с мирским образом жизни, когда они готовят мясо, готовят какие-то другие ужасные вещи, пьют алкоголь, слушают какие-то мирские темы и звуки. But we know it's not so easy always to organize, to arrange that we can live away from the common people. Но мы знаем, что это не такая простая задача организовать свою жизнь так, чтобы жить подальше от мирских людей с образом жизни. However, if you can get away from the common people, then it's much easier to be able to think of Krishna and to think of the form of Krishna. Но если так или иначе нам удается создать свою жизнь так, чтобы жить вдали от мирского образа жизни и таких людей, то нам гораздо легче помнить о Кришне. And also, if we get the right environment, it makes it easier for us to think more about the absolute truth. Создается среда, в которой гораздо легче думать и легче и больше думать об абсолютной истине. And then a saintly person will want, he will always be prominent in exhibiting knowledge. Также святой человек всегда любит проявлять свое знание, свое духовное знание. Saintly person, he should have a good knowledge of the scriptures because he's
He spends his time reading the scriptures, so he has a lot of knowledge, and he will distribute that knowledge to others. Смысл этого в том, что святой человек очень много изучает ведические духовные знания, очень сильно напитывается им и, конечно же, потом щедро делится с другими. And we should see he should a saintly person should see the Supreme Lord in his universal form, the Vishwarupa. In other words, he should see everything in the world in relation to Krishna. И также святой человек желает видеть Верховного Господа в его вселенской форме, Вишварупе. То есть это значит, что он старается видеть материальный мир, связанным с Кришной. He should associate always with learned devotees. Он также желает постоянно общаться с преданными, сведущими в духовной науке. And he should discuss the conclusion of the Vedas with all these elevated devotees. И также обсуждать выводы вед с возвышенными преданными. So when he has these qualities, then the saintly person will come to the status of Santarasa. Итак, если у святого наблюдаются все эти качества, то он достигает уровня Шантараса. Go ahead. В Бхакти Расамрита Сингху говорится, что все присутствовавшие там, где Господь Брахма учил ведам, в частности Упанишадам, исполнились экстатической любви к Кришне, предводителю рода Яду. По сути дела, цель изучения Упанишад – постичь верховную личность Бога. Отрицание материального существования является лишь одной из тем, рассматриваемых в Упанишадах. Следующим шагом должно стать осознание безличного аспекта абсолютной истины. Только после этого, миновав уровень безличного брахмана и поднявшись до уровня общения с Верховной Личностью Бога, человек достигает высшей цели изучения Упанишад. Okay, and so we're going to hear more about the how to become situated on this level of Shantaras. Итак, мы продолжаем читать дальше о том, как закрепиться на этом уровне Шантараса. So Bhakti Rasamrita Sindhu, in other words, this book, The Nectar of Devotion, our book Nectar of Devotion is the summary study of the Bhakti Rasamrita Sindhu. But in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami has said that all the people who attended the meeting held by Lord Brahma were studying the Vedic literatures like the Upanishad. But they all became overwhelmed with love for Krishna. Итак, здесь упоминается Бхакти Расамрита Сингху. Это та книга, которую мы изучаем, «Нектар преданности», только это более обзорное содержание того, что написал Рупа Госвами. Итак, Бхакти Расамрита Сингху, Рупа Госвами говорит, что те, кто присутствовал там, где Господь Брахма учил ведам, упанишадам, они почувствовали экстатическую любовь к Кришне. So the result of studying the Upanishads is that one should be able to understand the Supreme Personality of Godhead. Говорится, что результатом изучения Упанишад должно стать постижение Верховной Личности Бога. The subtitle of our book, Sri Isha Upanishad, it has a subtitle, and that subtitle is the knowledge which brings one closer to Godhead. Под название или под заголовок Ишапанишад, той книги, которую дал нам Шрила Прабхупада, называется «Знание, которое приближает нас к Верховной Личности Бога». So, Prabhupada explains what is the subject matter of the Upanishads. What is the Upanishads all about? He said Upanishads is a one of the subjects which the Upanishad teaches is the negation of material existence. И дальше в этом параграфе Шрила Прабхупада объясняет, о чем, о каком предмете повествуют Упанишады. И он говорит, что одной из тем, всего лишь одной из тем, рассматриваемых в Упанишадах, является отрицание материального существования. Right. So we should be disgusted with the material world. We want to get out of the material world.
Мы должны испытывать в каком-то смысле отвращение к материальному миру и стараться покинуть его. So then the next subject from the Upanishads is about how to be situated in impersonal realization. Но следующим шагом в изучении Упанишад должно стать осознание безличного проявления абсолютной истины. So after that, then after we can go, we have to go through the impersonal Brahman. The impersonal Brahman is the light, the effulgence coming from the body of Krishna. And we have to go through that light to come to the position where we're able to associate with Krishna. И только после этого, только после того, как мы поднимемся, осознаем этот уровень безличного брамана, который является сиянием тела Господа, и когда мы его пройдем, тогда мы уже можем подняться на уровень, на следующий уровень общения с Богом. Some people think the goal is just to enter into the light, but we have to go through the light to come to understand Krishna, who is the personality of Godhead. Некоторые люди думают, что конечная цель — это достичь этого сияния, но на самом деле мы должны пройти сквозь сияние, чтобы достичь личности Бога, из которого оно исходит. So that is the ultimate goal in studying the Vedas or studying the Upanishads. Вот это достижение личности Бога и есть истинной конечной целью изучения Упанишад. Go ahead. Для тех, кто находится на уровне шанта-расы, стимулом к совершенствованию в преданном служении могут быть аромат листьев туласи, предложенных лотосным стопам Господа, звуки его раковины, вид святого места где-то в горах или созерцание леса, к примеру, одного из лесов Вриндавана, паломничество по святым местам, посещение мест, по которым протекает Ганга, победа над потребностями тела, едой, сном, совокуплением и самозащитой, осознание разрушительной силы вечного времени и постоянное общение с теми, кто занят преданным служением в сознании Кришны. Все это помогает возвышенным людям, находящимся на уровне шанта-расы, достичь более высокого уровня в преданном служении. So now we're going to hear about how we can advance in devotional service from Santaras. Здесь мы читаем о том, как следует продвигаться дальше, чтобы развить совершенство в преданном служении с уровня Шантараса. Because Shantaras is just a stage of neutrality where there's no activity. Поскольку Шантарас — это всего лишь нейтральная стадия, в которой нет как таковой активности. So we're going to hear many different ways in which we can advance in devotional service. И поэтому здесь нам предлагается послушать о различных способах продвижения с этого уровня. So understand they're already on the platform of Shantaras, but if they smell the tulsi offered to the lotus feet of the Lord, then they will advance. Тем, кто уже находится на уровне Шантараса, стимулом в совершенствовании будет аромат листьев туласи. Then it mentions hear the sound of the conch shell. А также слышать звук его раковины. Or see a place in some mountain or hill which is a pure place, a sanctified place. Или созерцать святое место где-то в горах. Sometimes just simply seeing a forest, like the forest of Vrindavan, then that's also good. Или созерцать святого леса, к примеру, одного из лесов Вриндавана, что также хорошо. Or we may go to the holy place, visit the place of pilgrimage, or visit the place where the river Ganges flows. Или паломничество по святым местам, а также посещение мест, по которым протекает Ганга. Then it mentions, if we can conquer over the demands of our body, just like our body has demands, we want, sometimes we want to eat, sometimes we want to sleep more, sometimes we want to mate with the other sex, sometimes we want to fight.
So we have to conquer over these different urges of the body. Также описывается одним из условий это победа над потребностями тела. У нашего тела есть какие-то базовые потребности. Иногда нам хочется есть, иногда хочется спать, иногда нам хочется взаимоотношений с противоположным полом или защищаться. Вот победа над этим является стимулом также. So we can become detached from these things the more we understand the nature of eternal time and how it destroys everything. И чтобы достичь вот этой победы, следует осознавать вечность, влияние вечного времени и то, как оно разрушает все материальные вещи. We have to also engage in Krishna consciousness with pure, with nice devotees, strict devotees. Мы также должны общаться в сознании Кришны с теми, кто занят преданным служением. So all of these different things help to elevate someone who is in Shantarasa, will help to elevate him to other advanced stages of devotional service. Вот все эти условия помогут людям, находящимся на уровне Шантарасы, достичь более возвышенного уровня в преданном служении. Go ahead. В третьей песне Шримад-Бхагаватам, 15 глава, 43 текст, говорится о четырех святых Четухсани во главе с Санака Кумаром. Они прибыли на Вайкунтха-локу, расположенную в духовном небе, чтобы увидеть Господа. Когда они припали к его стопам, их ноздрей достиг аромат листьев туласи и шафрана, мгновенно завладевший их сознанием. Хотя эти четверо святых всегда были поглощены размышлениями о безличном Брахмане, близость Господа и аромат листьев туласи заставили волосы на их теле подняться дыбом. Таким образом, даже тот, кто осознал Брахман, начав общаться с преданными и занявшись преданным служением, может сразу ощутить привлекательность личностного аспекта Господа. Uh-huh. So, we're hearing, going to hear from the third canto, 15th chapter, verse 43 of the Srimad Bhagavatam. We're going to hear about the four Kumaras. Итак, мы слушаем о том, как в 43 стихе 15 главы 3 песни Бхагаватам рассказывается о четырех кумарах. So the four kumaras are accustomed to going everywhere, and one day they went to visit the Lord of Vaikuntha. They went into the spiritual world. Четверо кумаров обычно путешествовали повсюду, и в один момент, в какой-то момент они достигли Вайкунтхи, обители Верховного Господа. So it happened that when they went to see the Lord of Vaikuntha, they were bowing down to him, and at that time they could smell the aroma of the tulsi leaves with saffron. It entered their noses. It was the tulsi and saffron from the lotus feet of the Lord of Vaikuntha, and it entered into the nostrils of the Kumaras and it attracted their mind. И так уж случилось, что в какой-то момент они смогли получить даршан Господа, поклониться ему, и в этом поклоне они почувствовали запах, аромат листьев туласи и шафрана, которым был смазан эти листья туласи, и это мгновенно завладело их сознанием. Now, these four kumaras are usually always absorbed in the thought of the impersonal Brahman, but by associating with the Supreme Lord, and by smelling the tulsi from his lotus feet, then they immediately changed. Как правило, вся медитация, все сознание этих четверо кумаров было занято размышлениями над безличным Брахмане. Но как только им удалось пообщаться с Верховным Господом, увидеть его облик и вдохнуть аромат, то они тотчас же изменились. All the hair on their body immediately stood on end, just due to the seeing the Lord and smelling the tulsi. Волоски на их теле тут же поднялись дыбом, как только они увидели Господа и почувствовали этот аромат листьев. So you can see that even if you're on the platform of Brahman, if you get to associate with pure devotees, we can immediately be attracted
to the personal feature of the Lord. Таким образом, даже если человек находится на уровне брахмана, безличного брахмана, благодаря общению с чистыми преданными и созерцанию Верховного Господа, их медитация меняется. Go ahead. Великих мудрецов, достигших в преданном служении уровня шантарасы, отличают следующие признаки. Их взгляд сосредоточен на кончике носа, и ведут они себя как авадхуты. Авадхутами называют великих мистиков, игнорирующих социальные, религиозные и ведические условности. Другими признаками таких людей является то, что они не спешат выступать с речами перед публикой, а говоря что-либо, соединяют большой и указательные пальцы. Это называется гьяна мудрой. Они ничего не имеют против атеистов, и не выказывают особого расположения к преданным. Основное внимание они уделяют достижению освобождения и безразличия к материалистическому образу жизни. Они всегда бесстрастны, ни к чему не привязаны и не отождествляют себя ни с чем материальным. Они неизменно серьезны и полностью поглощены размышлениями о Верховной Личности Бога. Все эти редкие качества развиваются у преданных, находящихся в шантарасе. Okay, so there are certain symptoms of great souls who are situated in Shantaras. Итак, все эти признаки присущи личностям, находящимся на уровне Шантарас. So they concentrate their eyes on the tip of the nose. Свой взгляд они сосредотачивают на кончике носа. This is like yogis meditating. They won't allow their eyes to wander. They will not get attracted to anything in the world. They just meditate on the tip of the nose, concentrate on the tip of the nose. Точно так же такому же способу прибегают йоги, которые медитируют, и для того, чтобы их взгляд не отвлекался ни на что постороннее, они сосредотачивают его на кончике носа. And they behave like avadutas. Avaduta means they don't belong to any of the different varnas or ashrams. They're beyond all that. И также такие личности могут ведут себя как авадуты. Авадуты — это те, кто не принадлежат никаким социальным институтам, как варны или ашрамы. Они выше этого в своем сознании. Сукадева Госвами was an avaduta. Сукадева Госвами, he stayed in the womb of his mother for 16 years. And when he came out of the womb, he immediately left home. He didn't even wait for his father to give him the sacred thread. Шукадева Госвами был авадхутой. Он находился в утробе матери 16 лет, а после того, как вышел, он тут же покинул дом, даже не дожидаясь, пока отец ему посвятит его и даст ему брахманский шнур. He didn't care about getting brahmana. He didn't want the sacred thread because he was already liberated. Он не ждал, пока его посвятят брахманы, потому что он уже был на стадии освобождения. And similarly also Lord Nityananda, he was also avaduta. И также Господь Нитянанда был авадутой. Mm-hmm. So Prabhupada explains another symptom is that such people are very careful to step forward when giving speeches. Далее Шрила Прабхупада указывает, что другими признаками таких людей является то, что они не испытывают большого, что они не стараются выступать с речами перед публикой. And when they speak, they will join the forefinger and the thumb together. And this is a mudra, this is called the Gyana Mudra position. Говоря что-либо, они демонстрируют гьяна-мудру, когда соединяют пальцы определенным образом. And then Prabhupada also mentions they are not against the atheists, nor are they particularly inclined to the devotees.
Говоря дальше про Авадут, Шрила Прабхупада упоминает, что они ничего не имеют против атеистов, но и не высказывают особого расположения к преданным. So some people are atheists. We just what to do. We can't do anything about them. Not easy to change them. So we're not against them, all right? Somebody's an atheist. That's his karma. We just let them, leave them. То есть некоторые атеисты не меняются, не испытывают желания знать что-либо о Боге. Хорошо, мы не будем их трогать, это их карма, пусть живут как живут. So a devotee, a saintly person, one who is actually sadhu, he won't be partial. It's not like he favors the devotees and he hates the atheists. He's equal to everyone. То есть такой уровень личности, как Авадуты, они равно относятся к каждому, не выказывая привязанности к преданным, расположения и не противопоставляя себя атеистам. So such the people like this, they give a lot of importance to liberation and to being detached from the material world. Их основное внимание уделено достижению освобождению и безразличию к материалистическому образу жизни. Because they're in Shantaras, so they're neutral. They're not in favor of one person and against another. They're neutral. И поскольку они находятся на уровне Шантарасы, то они поэтому нейтральны или бесстрастны в отношении с кем-либо и не привязаны ни к чему. And they don't identify with anything material. Они не отождествляют себя ни с чем материальным. And they're grave, they're always serious. They don't joke around, they're not fooling. They're very grave. And they're absorbed in thought. Of the Supreme Personality of Godhead. Они всегда остаются серьезными, не шутят и стараются полностью погрузиться в размышления Верховной Личности Бога. So these features are there in somebody who's in Shantaras. Вот такие качества присущи тем, кто находится в Шантарасе. Go ahead. Что касается сосредоточения взгляда на кончике носа, то можно привести цитируемое в Бхактирасамрита Синдху высказывание одного преданного, который заметил, как этим занимается некий йог. Он сказал: «Взгляд этого великого мудреца сосредоточен на кончике носа. Похоже, что он уже познал внутри себя вечный образ Господа». Okay, so this is... There's a statement about concentrating the eyes on the tip of the nose. There's a statement from the scriptures. Далее здесь приводится высказывание из священных писаний касательно сосредоточения взгляда на кончике носа. Because a devotee had seen the yogi doing this, so the devotee said that. Oh, this great sage is concentrating his eyes on the tip of the nose. Вот здесь приводится размышление одного преданного, который наблюдал, как один из йогов сконцентрировал взгляд на кончике носа. So then the devotee continues speaking. He said that from this we can see that the yogi has already realized the eternal form of the Lord within himself. И этот преданный дальше заметил, что, судя по всему, он уже осознал внутри себя вечный образ Господа. Go ahead. Иногда можно видеть, как преданный, находящийся в Шантарасе, зевает, подтягивается, наставляет других в преданном служении. В почтении склоняется перед образом Господа, возносит искренние молитвы и хочет физически служить Господу. Таковы некоторые общие признаки преданных в нейтральной расе. Заметив, как один из преданных зевает, другой обратился к нему с такими словами: «О, мистик, я полагаю, что в твоем сердце до некоторой степени развились экстатическая любовь и преданность, заставляющая тебя зевать». Иногда преданный в Шантарасе падает на землю, волосы на его теле встают дыбом и по всему телу пробегает дрожь.
так у преданного непроизвольно проявляются различные признаки экстатического транса. Alright, so sometimes the devotee in Shantaras may yawn, and sometimes he stretches his limbs, and sometimes he may instruct people about devotional service. Иногда можно видеть, как тот, кто находится в Шантарасе, зевает, потягивается, наставляет других в преданном служении. Sometimes he will offer obeisances unto the form of the Lord, or offer prayers to the Lord, and he has a desire to give direct service with his body to the Lord. Иногда он склоняется с почтением перед формой Господа, возносит искренние молитвы и хочет занять себя служением физически с помощью тела. So these things, these are common things for people who are in Shantaras. И говорится, что это некоторые общие признаки преданных в нейтральной расе или в Шантарасе. So when one devotee saw another devotee yawning, then the devotee said to him, he said, I think that within your heart there is some ecstatic devotional love for Krishna. And that's causing you to yawn. Заметив, как один из преданных зевает, другой сказал: я могу осознавать, что в твоем сердце до некоторой степени развилась экстатическая любовь, которая побуждает тебя зевать. And sometimes we see that a devotee who's in Shantaras, they may fall to the ground, and his hair on his body may stand on end. And he trembles all over. Иногда можно видеть среди тех, кто пребывает в Шантарасе, как он падает на землю, его волоски на теле встают дыбом, и тело дрожит. So in this way, he is showing different symptoms of ecstatic love, which are these things, they automatically manifest in the devotee's body. И это лишь некоторые признаки, которые проявляют тело того, кто находится на уровне нейтральных отношений. Go ahead. В Бхакти Расамрита Синдху говорится, что когда Господь Кришна подул в свою раковину Панчаджанью, многие великие мудрецы, жившие в горных пещерах, очнулись, выйдя из медитативного транса, и заметили, что волосы у них на теле стоят дыбом. И иногда преданные, находящиеся в Шантарасе, цепенеют, а иногда их охватывает ликование, беспокойство, либо стремление философствовать или спорить. Они могут быть невозмутимыми, осмотрительными, задумчивыми и умелыми. Эти признаки свидетельствуют о постоянном экстазе, то есть об устойчивых чувствах. So in the Bhakti Rasamrita Sindhu, it said at one time Lord Krishna was blowing his conch shell. So Lord Krishna's conch shell is called the Panchajanya. So when Lord Krishna blew his conch shell, there were great sages who were living in the caves and in the mountains. But when they heard Krishna's blowing his conch shell, then they all immediately reacted. They immediately reacted and they were awakened from their trance of meditation. Далее здесь упоминается, как в Бхакти Расамрита Синдху говорится, что в какой-то момент Господь подул в свою раковину, которая называется Панчаджани, это личная раковина. Когда он подул в эту раковину, многие великие мудрецы, которые жили в пещерах, высоко в горах, очнулись, выйдя из своего медитативного транса. So you see, you want to do meditation, you don't do it in your house. You go to the mountains, you find a cave in the mountains, and then you go into the cave, and then Krishna can hear you. Mm-hmm.
Можно видеть, что если человеку требуется идти путем медитации, то он должен найти пещеру высоко в горах в уединении и заниматься там медитацией. So they saw the hearing the sound of Krishna's conch shell caused reactions in their body, and the hairs on their body began to stand on end. И когда такие йоги в этих пещерах услышали, как Кришна дует в раковину, этот звук заставил подняться волоскам на их теле дыбом. So sometimes devotees in Shantaras become stunned, sometimes they're peaceful, sometimes they're jubilant, sometimes they're anxious about things, sometimes they're very argumentative. These are all different symptoms which indicate somebody's in Shantaras. Далее описывается, что следующими признаками тех, кто находится в Шантарасе, являются оцепенение или ликование, или беспокойство, или стремление спорить или философствовать. Один великий мудрец, осознавшая себя душа, сокрушался, что упустил случай увидеть Верховного Господа, Кришну, когда тот жил в Двараке. Эта мысль заставила мудреца замереть в оцепенении. Он понял, что жизнь его прошла напрасно. Иначе говоря, он сожалел, что из-за своей медитации не воспользовался возможностью увидеться с самим Богом, Верховной Личностью. So one time there was a great realized sage. He was lamenting that Lord Krishna was living in Dwarka, but he was not able to go and see him. Далее описывается история про одного великого мудреца, самоосознавшего себя, который сокрушался, что не смог успеть увидеть Господа Кришну, пока тот находился в Двараке и жил там. So when he was thinking like that, he became stunned, and he was thinking he was simply wasting his time. И осознав это, его такое состояние привело его в оцепенение, и он осознал, что жизнь его прошла впустую. He knew Krishna was personally present, but he still could not take advantage of it. Он сожалел, что Кришна в тот момент присутствовал лично, но он не смог воспользоваться возможностью увидеться с ним. He couldn't take advantage of it because he was meditating. И не смог он воспользоваться возможностью увидеть самим Верховным Господом просто потому, что медитировал. So that was his misfortune. И в этом была его неудача. All right. So we will stop here. We will ask if there are any questions. Хорошо, на этом мы остановимся, и сейчас будет время для вопросов. Саша Прабу, вы прочитаете свой вопрос? Тогда я прочитаю. Вопрос Александра Прабу. Харе Кришна, Ваше Святейшество, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои поклоны. Стоит ли стремиться посетить Дхамму как турист, если нет сознания паломника? Принесет ли мне это благо? Либо лучше служить в общине, пока не будет горячего желания попасть в обитель Шри Кришны? Харе Кришна, Your Holiness, dear devotees, please accept my obeisances. Should I try to visit Dhamma as a pilgrimage if I have no consciousness of a pilgrim? Give this benefit to me, or better to stay in my place, serve in community, until then I have desire to go to the abode of Shri Krishna? Well, if you don't have the desire to go to the holy dham, then don't go. Если у вас нет желания посетить святую Дхамму, то не стоит стремиться. Because if you don't have the desire to go to the holy dham, you won't appreciate it.
не стоит ехать, потому что если у вас нет желания посетить Святую Дхамму, то вы не сможете оценить ее правильно. So first you develop the desire. Actually, you should have the desire. If you're a devotee, devotees usually always want to go to the holy dham. Поэтому сначала требуется развить желание. На самом деле у преданного есть это желание посетить святое место, связанное с Господом. Going to the holy dham is one of the important activities of devotional service. Посещение Святой Дхаммы – это важная деятельность, одна из важных деятельностей в преданном служении. But if you don't have the desire to go, then don't go, because you're not really qualified. Но если у вас нет пока такого желания посещать святое место, то не едьте. Это значит, нет у вас квалификации для этого пока. Okay. Next question. Матаджи Ватишачи, ваш вопрос. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances. Guru Maharaj, Krishna, the name of Krishna means all attractive, and Balarama's name, Rama, also means pleasant to all. What is the difference in the mood of these names? Hare Krishna, Guru Maharaj, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны со слава Шри Прабхупаде. Имя Кришны значит всепривлекающий, а имя Баларамы, Рама, тоже значит радующий всех. Какова разница в настроении этих имен? Hare Krishna. Well, these names indicate the qualities of the Supreme Lord. Эти имена означают разные качества личности Бога. Just like the word Krishna means all attractive, the Lord Krishna is all attractive. Имя Кришны означает всепривлекающий, это значит настроение Кришны привлекать всех. Whatever attracts you in the material world, that you will find in perfection in Krishna. Все, что вас привлекает в материальном мире, все это в совершенной степени на самом деле исходит из Кришны и привлекает нас в нем. And then Lord Rama, the reservoir of all pleasure. Господь Рама – источник всего наслаждения. Everyone's looking for pleasure, so you can find that pleasure by serving Lord Rama. Каждый из нас ищет удовольствие, наслаждение, и это наслаждение можно получить в полной мере, служа Господу Раме. So, we say, actually, Итак, Krishna has no material name, but he's known by his different qualities, his different characteristics, and sometimes also by his different pastimes. And his association with different devotees, he'll be known by these different ways. Итак, имена Кришны нематериальные, они связаны с его различными характеристиками или качествами, связаны с его деяниями, или связаны с какими-то моментами общения с преданными, с его преданными. Just like one of the deities in New Delhi, Prabhupada gave the name of the deity there as Radha Partha Sarathi. That Lord Krishna is known as the chariot driver of Arjuna, Partha Sarathi. Как, например, одно из имен божеств в храме нашем Искон Дели, божества называются Кришна, имя Кришны Партха Саратхи. Шрила Прабхупада дал такое имя. И это имя означает, что Кришна становится колесничим своего преданного Арджуны. So, there are many names like Gopi Jana Balaba and then Giri Baridari. So, Gopi Jana Balaba, one who attracts the gopis, and Giri Baridari, the picker, one who holds up the Govardhan Hill. These are all different pastimes of Krishna.
Вот эти имена, есть имена, у Кришны есть имена, таким образом связаны с деяниями. Например, еще одно имя — Гопи Джанавалабха, тот, кто очень дорог и привлекает всех гопи. Или Гиривардхари, тот, кто поднял и держал холм Говардхан. То есть эти имена связаны с непосредственными играми Кришны. Окей. Дорогие преданные, если еще вопросы, только сделаю маленький добрый совет. Если вы сами зачитываете английский текст, то сначала читайте на русском языке, а потом на английском, чтобы Гуру Махарадж уже услышал и потом сразу отвечал. Так легче. Сначала русский, потом английский. Есть ли еще вопросы? Хари Кришна, да, я хотела задать вопрос, но не успела записать. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, мои поклоны, пожалуйста, примите. Такой, ну, как бы личный вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, первая поездка в Дхаму, вот у меня дочка, как лучше поехать, брать ли с собой ребенка, потому что она, ну, как я волнуюсь, как это все пройдет. Вот может ли как-то Гуру Махарадж, зная мою ситуацию, дать какие-то рекомендации вот мне конкретно. Я понял. The question from Mataji Елена. She asked about first visit to Holy Land, to Dhamma. She has a daughter, and she a little worried about how she will get there. Give Guru Maharaj, please, some tips or recommendation about first visit Dhamma with the daughter, maybe, or maybe better to stay here in Russia and go to Dhamma without her. Yeah, or maybe it might be better to leave her. Not to bring your daughter. First you go yourself. Да, может быть, лучшим будет сначала для первого раза поехать самой туда и не брать дочь, а оставить ее пока. It might be easier for you to do like that. Come on your own first of all, without bringing your daughter. And then you have a chance to familiarize yourself with everything. And you will know better what things are suitable, if it's convenient or not for your daughter. Может быть, гораздо удобнее будет, если сначала вы съездите сама, разузнаете, разведаете все, как там обстоит, будете уже понимать, как все происходит, и что было бы удобнее вам вдвоем в поездке, а что было бы для вас менее удобным. Of course, there are a number of Russian young ladies there in the Holy Dham. Конечно, там есть в святом месте в несколько, ну, там можно встретить и найти молодых девушек, которые туда едут. But because you're coming just to visit, so you won't be staying very long, so it would be not so easy to get adjusted and to be familiar with everything and to meet the people who you want to be with and find out friends. So I think it might be easier for you to come on your own without bringing your daughter, definitely. It would be. То есть Гуру Махарадж имеет в виду, что там можно было, конечно, каких-то подружек найти, там ездят какие-то девочки, да, с родителями. Но смысл в том, что вы там будете непродолжительное время, и какого-то, может быть, там контакта или дружеских отношений не завяжется, поэтому лучше, наверное, съездить самой и потом уже и все разузнать, прежде чем брать ее с собой первый раз. Можно уточнить адрес Харана Прабу? Вот есть туры, есть один тур с Вальмики Прабу, он очень дорогой. И вот там Вальмики Прабу, Мандакини Матаджи, и вот едет еще моя знакомая со своими детьми. Вот, и я думала, что как бы и знакомые дети, и моя дочка, в принципе, могли бы, да, вместе. Но это прям очень дорогое. Есть другой тур, например, едет Сангишвара Прабу.
и там, ну, намного дешевле. Я вот не знаю, стоит ли тратить, ну, как бы, ну, разница хорошая, или вдвоем на дорогой тур в Альмике Прабу, вот, там где-то $2000 только за тур без билетов, или вот, или экономить деньги. Просто я беспокоюсь, что, как бы, деньги сэкономлю, а дочка у меня благо не получит. Ну, вот у меня вот такое еще беспокойство. Ну, то есть вопрос в том, что каким туром ехать? Все-таки. Да, потому что в одном туре, как бы, он дорогой, но там есть, вот, Гуру Махарадж сказал, детей. Что... Ну, не то чтобы условия, а просто хотя бы есть ее двое друзей, там, мальчик и девочка, ну, как бы, наш, да, вот. Ну, короче, сомнения. А в том туре, в котором нету, ехать ли там, да, или как? Да, тот тур, он как бы подешевле, и вот Сангхешвара Прабу, ну, и уже поехать, допустим, одной. Но для дочки я не знаю, как там, потому что дочка видела и Вальмики Прабу, и Матаджи Мандакини, то есть у нее есть, как бы, ну, как какие-то уже завязались отношения, то есть она знает, вот, и, в общем, я вот... Ну, если у вас нет денег там, допустим, для этого тура, то что тут уже? Ну, ладно, хорошо, сейчас переведу. The question is, there are two options in visiting Holy Dham for devotees, for Russian devotees. For example, one famous preacher, Valmiki Prabhu, he has a caravan, Prabhupada. He travels with Mataji Mandakini, and also he sometimes invites devotees in some family tours to Dhamma. Also Mataji Elena has some friends with also children, with some young girls. But this tour is very, very expensive, $2,000 without tickets. In the same time, Sankheshwara Prabhu also offered some tour, cheaper tour, but without children's, without some opportunities for or some options for children. So Mataji Elena thinks about what is the better, to give in tour with Valmiki Prabhu, but it's very expensive. Or maybe give with Sankheshwara Prabhu in tour to Dhamma, but with daughter or without daughter. So these are your thoughts about it. Yes, well, I wouldn't like to make her decision for her. She will have to think about it more herself and decide. You know, I mean, it's not for me to decide all these things for her. I mean, I just on the spur of the moment, I cannot just make a decision what is the right thing for her. Я в этой ситуации, конечно, не могу принимать за вас решение. Лучше, если вы сами это решение сделаете. Я могу лишь указывать на какие-то моменты, но брать ответственность за решение не могу в этом случае. You have to consider yourself. What is good for you? Are you an experienced traveler? Have you got much experience? And I mean, of course, once you get to the Holy Dham, devotees are there, friends are there. There are devotees from Vladivostok. So there are people who can help you. It's not like you have to depend on other people. You can do it yourself. Здесь нужно, конечно же, вам самостоятельно подумать. Тут много нюансов, связанных с тем, как часто вы путешествовали, и насколько вам все-таки будет приемлем вариант там, где у вас есть какие-то друзья с Владивостока, там есть какие-то вот эти возможности, как это все в вашей жизни вмешивается, насколько вы можете. Anyway, you take your time. You take your time and think about it more. Так или иначе, может быть, просто чуть больше времени нужно для принятия решения, чтобы вы подумали об этом больше. А вот главная моя мысль, что когда я еду в
святую Шхаму, какая все-таки должна быть? Я же еду туда служить, да, а я вот сейчас думаю про дочку, как я буду дочку. То есть моя главная, главная мысль, вот я еду в Шхаму, какая должна быть? Гуру Махарадж, what should be my main meditation when I visit to Dham, because on the one hand I should meditate on Krishna's service, but at the same time I'm more involved in some caring about daughter, about some options for her like this. But what is the my main meditation during visiting to Holy Dham? How long is she going to visit for? Насколько вы собираетесь поехать туда? Ну, недели три — это максимум. Три недели. Maximum 3 weeks. Wow. Very short trip. Wow. Это очень короткая поездка. And is she going to go to, is she going to go to one place, or she's going to go to more than one place? Вы хотите посетить какое-то одно святое место или несколько мест? Несколько хотела бы. Several places. Но если Сингишвара Прабу едет, то он на месяц едет. Если, а если Вальмики Прабу, то вот 3 недели. If this tour with Valmiki caravan Prabhupada, this is 3 weeks, but with Sinkishvara usually 1 month or 2 weeks or 4 weeks. Yeah, but if you're going to different places, you're going to be traveling, moving. А потому что посещая различные святые места, вам придется много перемещаться, много передвигаться, путешествовать. So, certainly, it's not very easy. Guru Maharaj, some ladies in our Skype group said that invite Елена to discuss with her, because, for example, she said that she several times live in Tama and also go there with her daughter, so she may consult her. Yeah, I think that's better. That's very good. Mm-hmm. Let her consult with some other ladies mm-hmm. who've gone. Mm-hmm. Матаджи Югалаприти написала, что она может посоветовать очень хорошо, потому что она несколько раз жила в Дхаме, ездила с дочерью. И я сказал об этом Гуру Махараджу, и Гуру Махарадж говорит, что да, это хорошая идея, лучше консультироваться с какими-то матаджи, у кого уже есть опыт. Yeah, Югалаприти, she can tell you. Да, поговорите с Матаджи Югалаприти. Она может вам рассказать. Хорошо, спасибо большое. Харе Кришна. Yeah, better you get from the Russian ladies. They have their own experience, and they know also about bringing a daughter there. Да, конечно, лучше в этом вопросе получать опыт, обмениваться опытом с русскими матаджи, у кого особенно дочери или дети, с кем они уже ездили в Дхам. Есть еще вопросы, Вайшнава, или все? There is no more questions, Guru Maharaj. Oh, really? Yeah, okay. So, there's no questions on the chat? А в чате больше нет вопросов? There is no question in the chat, but some... Да, пожалуйста, Саш Прабу. Хари Кришна, пожалуйста, примите мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Ваше святейшество, как определить, что... Есть уже квалификация заниматься каким-то служением? Либо этой квалификации нет, и пока нужно просто ну, каким-то более доступным служением заниматься, которое тебе нравится или еще по каким-то там причинам. И вопрос о принятии каком-то ответственности ну, в части дополнительного какого-то служения. Потому что иногда так бывает, что чему-то там, ну, по каким-то сентиментам, ну, ты стремишься, а по факту ты это не можешь нормально, стабильно выполнять. И получается, что ты что-то потом бросаешь, или что-то до этого что-то делал, приходится бросать.
и как-то там и нарушается там какой-то баланс там с мирской жизнью, там со здоровьем, еще что-то. То есть как понять, вот когда это уже нужно делать, и, или когда это не нужно, и когда нужно там, ну, просто спокойно отказать и сказать, что извините, я не готов это делать. Спасибо. Your Holiness, the question is how to determine the qualification to engage in some kind of service and perform perform a simple service. Because sometimes we not really accept responsibility for some in some service consciously, only sentimentally. In order this later such person give up this service. or accept this service and can regulate balance between service and his lifestyle. So the question is how to determine the qualification. I can engage, I may engage this kind of service or not. Well, if Krishna is offering you that service, if the devotees, the senior devotees, are there asking you to do this particular service, they must think you're qualified to do it. Мы можем определить, что Кришна дает вам это служение, если ответственные преданные, кто дает вам это служение, видя, что вы можете его выполнить. So you should go ahead and try it. Do it. Вы можете поэтому взять, попробовать и посмотреть, насколько вы способны его продолжать выполнять. Шрила Прабхупада would often give services to devotees, and the devotees would feel that Prabhupada, I don't have any ability, I never did this before. But Prabhupada say, Krishna will help you. Были случаи, когда Шрила Прабхупада давал своим ученикам, давал преданным какое-то служение, и они не понимали, как его выполнять, и говорили, Шрила Прабхупада, у меня нет никакого понимания, как вообще выполнять это служение. На что Шрила Прабхупада иногда отвечал, Кришна тебе поможет разобраться. So, if you have your faith in Lord Krishna, so, and the order comes from the spiritual teacher, so go ahead, go and try, do your best. То есть, если вы получили это указание от Кришны через духовного учителя, то вперед делайте и увидите, на что вы способны. Делайте, насколько вы можете хорошо. Sometimes we surprise even our own self. We don't understand our own abilities. Иногда может показаться, иногда вы можете с удивлением увидеть, на что вы способны, оказывается. So we hope you can do something wonderful. Так что мы очень надеемся, что вы способны будете сделать нечто удивительное. Спасибо большое. Примите, пожалуйста, мой поклон. Thank you so much. Please accept my obeisances. Hare Krishna. Все, да? Вайшнавы. No other question? No, Guru Maharaj. There is no question in chat. Okay, so then we'll stop here today. Хорошо, тогда мы здесь сегодня остановимся. So we hope all the devotees will have a nice program today. If you've celebrated Balaram Purnima, did you celebrate yesterday? Yes, Guru Maharaj. Yesterday was Balaram Purnima. Okay. So we hope you had a nice festival for Lord Balaram. Я желаю всем преданным хорошей недели. Надеюсь, что у всех прошло очень хорошо программа празднования Господа Баларамы. And we hope that you will have a nice Janmashtami, Sri Krishna Janmashtami. Я очень надеюсь, что у вас благоприятно и пройдет вдохновляющий Шри Кришна Джанмаштами. Okay, so we'll see next week. Так что увидимся на следующей неделе. Thank you, Guru Maharaj, for your caring and instructions. Okay. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Thank jai. You. Congratulations. Jai. Hare jai. Krishna, jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakti Vrinda ki jai. Jai. Bhakti Vinayana Narasimha Raj ki jai. Jai. Спасибо, Адхарм.